всем привет! Показываю вам сегодня еще один свой рабочий день, но сегодня я нахожусь в скорости. И вот здесь день совсем немножко по-другому будет настроен. Ну, во-первых, хотя бы потому, что я 3 часа с утра потратила на то, чтобы сдать экзамены и получить права. Все, права готовы, Лина довольна. Садока. А сейчас у меня будут встречи, акции по городу Корости. Я захожу на чужие территории. Лариса, если смотришь, то прости, пожалуйста, меня за эту наглость. Но у меня здесь много знакомых. Вот. Работаем с ними. Лариса, я тебя люблю. Кто не знает, просто Лариса — это менеджер по территории города Корости и Овруча. Поэтому я так... Так случилось. Вот, я жду в кафе девочку, чтобы назначить ее на нового партнера. И хотим провести прямо здесь сегодня в бьюти-мероприятии, прямо здесь в кафе. Здесь есть классная детская комната. И мы собираем мамочек, которые оставят своих детей в этой детской комнате и смогут спокойно просмотреть нашу продукцию. Смотрите. Провела встречу, приняла нового партнера в свою команду. Будем обучать довольно сказочно, потому что знаю этого человека хорошо и знаю, что не подведет. Это очень важно в бизнесе понимать, что тебя не подведут. Поэтому я сказочно довольна тому, что я нашла и приняла этого человека к себе в команду. Ну, а сейчас у меня есть пару минут, чтобы перекусить и будем и купить машину. Без этого никуда. Ну и самое главное — это провести новую акцию. Таких еще я не видела. Поэтому будем проводить. Может быть, понравится, и будем проводить чаще такие акции. Новая идея появилась просто. Зашла, надо закупиться для акции. Купить детям пюрешки и барники. Да, где у нас пирожки? Не здесь. О. Вот я переехала в Киев, уже забыла, где в Корости не шла. Но я все-таки опять запуталась не туда. Пойдем через виноводочный. Поищем барники и детское питание, где оно. Не то. Так. Опять не то. Что-то изменилось. Ладно, будем искать. Возьму пюрешки, соки там купим на месте, это будет в кафе, и надо еще барники сейчас закупить. Вот таких сырков еще взяла и барники. Иду искать барники. Нашла барник, взяла вот таких вот киндеров. 4 должно быть ребята, возьму 4 штуки таких киндеров. Во что мне должны прийти бьюти-боксы, точнее один бьюти-бокс большой. На маленький уже есть распаковочка на канале. А я хочу еще большой заснять, показать, что там есть внутри в этом бьюти-боксе. И он стоит 599 гривен. Интересно посмотреть, что там в нем внутри. В принципе, описание есть, не всегда интересно посмотреть, пощупать. Поэтому на канале ждите, будет обзор. Сейчас хочу пойти забрать на Джастин посылочку. Хочу заметить, что на Джастин очень удобно получать посылки. Это раз. Два. Джастин находится в городе Корстине, и он здесь есть. Здравствуйте. Это девочки Ларисы. Лариса, привет еще раз. За сегодняшнее видео я дважды уже про Ларису вспоминаю. Это что-то значит. Так вот, на Джастине, во-первых, удобно получать. Во-вторых, довольно-таки быстро приходит. В-третьих, дешевле, чем новая почта. И...
Четвертых, рассказываю, где находится торговый центр Мирста, город Корсень. На первом этаже в торец. В самый торец идете, вот как кассы от Сильпо стоят, и в самый-самый конец заходите, и вот там Джастин находится. Так что приходите туда, вы получаете посылочки там. Очень удобненько. Опа! Вышла на анкетирование. Хотела с новым партнером уже поанкетировать. Собрались, договорились встретиться через 15 минут в центре. Но что-то мне подсказывает, что сегодня будет дождь. Почему-то, мне так кажется. Но все равно идем. Попробуем поанкетировать. Не, все-таки. Да, сейчас жуткий дождь. Стена ливня прошла. Фух. Бежу домой. Буду сегодня дорабатывать уже дома. Обзванивать контакты, которые были собраны еще вчера на акции. Буду приглашать на мероприятие партнеров. В общем, потому что такая холодина. Не-не-не. Толку не будет, будет только потраченное время зря. Людей на улицах практически нет, а если есть, то они все торопятся и спешат, потому что холодина, ветруган и дождь. Это сейчас трохи, тихо, но, блин, держу телефон, рука отпадает, замерзла, жесть. Ну и погодка резко изменилась. Короче, что еще хотела с вами поделиться. Зарегистрировалась сегодня на одном мероприятии. У меня будет октябрь полный мероприятий. Так что ждите кучу видосиков, кучу влогов о том, как проходят мероприятия. Зарегистрировалась сегодня еще на одном. Сейчас расскажу пошагово, что там будет. Первое, что самое главное для меня, это обучение в компании. В начале октября будет. Это будет обучение для менеджеров. Поэтому я там в обязательном порядке буду присутствовать. Уже очень жду, потому что после первых обучений я изменила очень много в своей голове. Думаю, после вторых я изменю свои мысли еще больше. Дальше. 5 октября у нас будет благотворительный забег, марафон. Будем бежать 3 километра. Участие в этом марафоне стоит 550 гривен. И эти деньги идут на то, чтобы закупить еще больше мобильных маммографов в клинике Украины, чтобы все женщины Украины могли проходить дистанционное обследование и понимать, есть у них повод беспокоиться или нет. Ну, если есть повод беспокоиться, то нужно не беспокоиться, а просто как-то обращать внимание, лечиться. Потому что на ранней стадии это все очень-очень быстро решается и легко лечится на самом деле. И для того, чтобы на ранних стадиях это все можно было определить, компания Avon закупает такие мобильные маммографы. Уже несколько лет подряд, 2 года подряд, проходят такие марафоны. Помимо того, что мы продаем благотворительную продукцию, за счет которой деньги тоже идут на сбор этих маммографов, так еще и от забега тоже хорошо. Классное дело. Я туда обязательно иду, уже зарегистрировалась. Обязательно буду бежать. Это у меня дело чести, как говорится, для меня принципиальный момент. Фу. Может быть, когда-нибудь потом расскажу, почему. Но он для меня очень принципиальный. И
Третье мероприятие тоже в октябре состоится, 13 октября. И пока еще есть время, я вас всех туда приглашаю. И на марафон приглашаю, и на это мероприятие тоже приглашаю. На марафон может подключиться абсолютно любой, можете не быть представителем компании, можете просто, если хотите сделать доброе дело, подключиться на этот марафон. Как это сделать, напишите мне, я вам расскажу. В описании под видео есть номер телефона, как можно со мной связаться. Вот, еще одно мероприятие, это обучение по новой продукции, новая линейка продукции Distillery. Это веганская продукция, которая не содержит химии, не содержит ничего животного происхождения. Исключительно натуральная продукция. Это запускается в компании Avon в 15-м каталоге по национальному району. Так, можно снимать капюшон. Вот, и будет обучение о том, как эту продукцию рекомендовать, продавать, подбирать. В общем, полный курс от внешних спикеров. Очень интересно. Я тоже там обязательно хочу быть. Сегодня зарегистрировалась, поеду. И после этого обучения, все, кто прошли это обучение, имеют 40% скидку на этот товар до конца года. И сертификат о том, что они пришли такое обучение и имеют право продавать такую косметику. Ну вот как-то так. Поэтому я всех туда приглашаю. В общем, поделилась с вами радостью жизни. У меня пол октября будет в мероприятиях. Ага, да я сюда. Быстренько смотрим, что у меня в заказе. Заказ небольшой, тут чуть-чуть совсем. Это бьюти-бокс, покажу попозже. Отдельное видео сниму. Это лосьон-спрей для волос. Защита во время укладки. Это термозащита. Это для мамы. Дальше. Что это такое? Сыроватка-спрей для волос. Бори-бам с потерей волос тоже маме. Это 3-дейзик, у меня мужской невидимый барьер. Женский такой же должен быть. Да, вот он. Еще один дейзик, активная защита. Есть подушечки для... Подушечки. Так, Давид пришел. Значит, это у нас подушечки. Ага, две пары. Таких наборчиков подушечек против натирания стоп. И 10 мл лак. 10 мл тоже лак. Два разных лака. Только это не лаки, это ароматы. Вот такой у меня заказик маленький. Дозаказик по 13-му каталогу. Вроде все, да? Все. Точно, все. Ну что, друзья. Мой рабочий день подошел к концу. Я не могу уже говорить, бы устала. Ой, блин, ну это, конечно, все шутки. Шутки шутками. Расскажу, поделюсь, что я еще сделала. Я поприглашала своих партнеров на совещание района, которое у нас состоится уже скоро. Но если вы смотрите это видео, значит, наше совещание уже состоялось. Потому что видео будет с опозданием. Дальше. Мы просчитали программы для некоторых партнеров. Кто идет по программам, мы посчитали, сколько осталось до выполнения цели, что еще нужно и так дальше и тому подобное. Еще мы завершили марафон 21 день соцсетей. Я проводила марафон для своей команды. И сегодня был последний день этого марафона. Мы подвели итоги, что получилось
сколько победителей, а также я заказала приз для тех, кто прошли этот марафон, для себя в том числе, потому что я его проходила. Вот. Ну и, конечно же, для тех девчонок, партнеров, которые прошли этот марафон. Хочу заметить, что одна девчонка пришла в марафон представителем, а вышла из него уже партнером. И меня это не может не радовать, потому что это реально мега результат. Я довольна сегодняшним днем, несмотря на дождь и на то, что мои планы немножко менялись в течение дня. И несмотря на это все, я очень довольна, потому что сегодня был плодотворный день, который принес мне новых людей, моим партнерам новых людей, который принес мне еще одно мероприятие, на которое я поеду, то, о чем мы с вами сегодня говорили. Этот день мне принес кучу эмоций и, самое главное, новую бомбезную идею о том, как можно проводить мероприятие. Это мероприятие с мамами и детками. Такое мероприятие, я думаю, будет давать хороший результат. А еще мы нашли место, где можно проводить классные акции в конце октября, так что мой октябрь продолжает быть насыщенным и насыщаться еще больше, потому что мы планируем одну из акций провести в очень крутом месте, но об этом чуть-чуть попозже, потому что мне еще нужно не тан со мной, в камеру не хочет смотреть, не хочет. Спасибо за то, что перехвост. Спасибо за то, что оставались со мной, за то, что смотрите мои влоги. Мне это интересно тоже, интересно их записывать, интересно по итогу дня давать себе отчет. В общем, это очень-очень круто. Я очень-очень сегодня довольна, и у меня такой размеренный, добрый вечер. Всем спасибо и до новых встреч!